Шеф-повар Максим Григорьев. Картофельный салат с копченой скумбрией. Кажется, это самое первое рыбное блюдо, которое я попробовала в жизни. По крайней мере, первое, которое запомнилось. Салат очень прост в приготовлении и до сих пор остается одним из моих самых любимых и ярких вкусов детства. Благодаря тому, что в скумбрии мало костей, и для этого рецепта она тщательно перетирается руками, салат безбоязненно можно давать ребенку. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Картофель 200 грамм. Лук зеленый 2 пера. Скумбрия копченая 100 грамм рам. Сметана 100 грамм рам. Соль 2 щепотки. Шаг 1. Ингредиенты простые и доступны. Картошка, сметана, зеленый лук, скумбрия горячего копчения, приправа, соль. Взрослым, вероятно, можно добавить и перчика. Одной рыбины должно хватить на 3-4 недетские порции такого салата. Шаг 2. В первую очередь начинаем варить в подсоленной воде картошку в мундирах. Варим до мягкости. Шаг 3. Пока картошка варится, руками растрепываем копченую скумбрию в труху. Тщательно перетираем мясо подушечками пальцев, вычищая мелкие косточки. Шаг 4. Смешиваем рыбу со сметаной, солим и ждем, когда же доварится картошка. Если все-таки не уверены, не пропустили ли какую-нибудь коварную тоненькую косточку, дополнительно перемелите сметанно-рыбную смесь блендером. Шаг 5. Чистим картошку, пока она еще горячая. Это очень важно. Если по каким-то причинам картошка остыла, то нарежьте ее и подогрейте любым доступным способом. Шаг 6. Крошим горячую картошку кусочками произвольной формы в рыбно-сметанную заправку. Шаг 7. Перемешиваем салат и даем ему остыть и настояться, минимум 30 минут, а вообще чем больше, тем лучше. Досаливаем перед сервировкой в холодном виде. Шаг 8. Сервируем салат с мелко нарезанным зеленым луком. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.